Забавные флешмобы, увлекательные эстафеты и рисование на свежем воздухе. В Ульяновске реализуют проект «Лето во дворах». Он проходит на придомовых территориях во время каникул. Благодаря ему школьники воспитывают в себе чувство коллективизма. Об этом в материале Эдуарда Истомина. Молодцы! Продолжаем! Приготовились! Сейчас будет поворот вправо! На Варейкице 20 этим летом весело как никогда. Здешняя детвора здесь не скучает. Особенно, когда начинаются флешмобы под музыку. Энергичные аккорды гонят напрочь грусть. Да и школяры сами уж больно охочие до коллективной разминки. Было очень весело и играла очень веселая музыка. Всякие развлекательные были танцы. Это сближает и больше общения с людьми, с детьми. Заправскими заводилами в проекте стали волонтеры лета. Именно они помогли взбодриться ребятам во время отдыха. Веронику Данилову роль взрослой Юлы ничуть не смущает, ведь улыбки детские куда важнее всяких условностей. И впереди у нас учебный год. Мы хотим зарядить наших детей энергией, задором, подарить им много радости и смеха. Веселых детских голосов хватает и на Шолмова 5А. Здесь детско-юношеский центр «Планета» организовал туристическую эстафету. Дело доброе помогли сделать лидеры местного ТОСа. Они сагитировали взрослых прислать во двор внуков и внучек. Не только, что там есть объявление, там повесили на дверях, да, но тоже мне каждым надо будет переговорить с бабушкой и дедушкой или там родителями, что именно дети должны быть на площадке, например, с 10 до 12. Сильно не только в спорте и танцах, но и искусство любит всей душой. Рисование на свежем воздухе требует усидчивости, но после спортивной разминки можно и натюрморт сотворить. Такую возможность дает своим воспитанникам клуб «Импульс». Дети пытаются проявить свой талант, насколько они хорошо могут нарисовать, повторить рисунок, который изображен. В этом году в лето во дворах окунулось около 2000 школьников. Многие из них предпочли занятия на свежем воздухе компьютерным играм дома. И нисколько об этом не жалеют. Ведь гаджеты никуда не убегут, и они ничем не заменят друзей. Как раз обратить внимание на тех детей, которые остались дома, это очень важно. И в течение дня выходит одного дня порядка 2000 детей на такие площадки. В 40 дворах работает такая комплексная программа. Интересно и то, что этой программе пандемии не помеха. Дети резвятся или занимаются на положенном расстоянии друг от друга. Педагоги и тут все предусмотрели. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.